Партнер программы ООО МКК ЦМФ. Микрозайм 321-321. Орск. Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова. И я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. В этот день повышается эмоциональность, восприимчивость к внешним влияниям. Вы можете бессознательно выбирать тайные окольные пути достижения цели и скрывать некоторые из своих переживаний. Телец. День хорош для всевозможных контактов. Звезды советуют вам использовать любой поворот ситуации для укрепления связи с друзьями, покровителями и единомышленниками. Близнецы. Способности в сфере кулинарии, искусства, посредничества могут заметно облегчить вам путь к успеху. Благодаря им вы имеете шанс ненавязчиво обратить на себя внимание нужных людей. Рак. Это удачный день, вы можете гармонично проявить очень многие из своих умений. Лев. Для того, чтобы просто показать себя и свои врожденные способности, вам не требуется чужая помощь. А вот для того, чтобы завоевать место под солнцем, вам нужна поддержка других. Дева. Поставив настроение и текущие потребности партнера на первое место, вы не прогадаете. В ответ с вами обязательно поделятся и достатком, и успехом. Весы. Повседневную работу стоит выполнять в щадящем режиме, в красивой обстановке. В окружении людей, которые умеют сочувствовать и готовы понять вас, вы чувствуете себя на все 100. Скорпион. В эти сутки вы легко сумеете найти красивую форму для выражения самых разнообразных чувств. Дипломатическое искусство будет ключом к успеху в любых связях. Стрелец. Домашний уют для вас в эти сутки поистине бесценен. Вам стоит лично приложить руку к его созданию. Козерог. Вы можете целиком посвятить день личной жизни, удовольствиям, любимому занятию, творчеству, контактам с детьми. Даже с коллегами в это время стоит общаться в более непринужденной обстановке. Водолей. Интуиция вряд ли обманет вас, если речь идет о покупке заморских диковин, импортных товаров и лекарств. Будьте мягче с домочадцами, проявите к ним сочувствие. Рыбы. Не исключено, что у вас появится стимул и возможность попрактиковаться в иностранном языке, каким-либо образом задействовать свои литературные и музыкальные способности. Денег надо, деньги рядом. Микрозайм, Гай, улица Ленина, 46. Мы доверяем вам, даже если у вас плохая кредитная история. ООО МКК ЦМФ.